Хакеры использовали уязвимость в кошельке Ethereum и украли более 153 тысяч эфиров стоимостью более 30 миллионов долларов. Взлом стал возможен из-за уязвимости в функции мультиподписи кошельков Parity, версия 1.5 и позднее. Версия Parity 1.5 была выпущена 19 января 2017 года. Кошелек Parity является Ethereum-клиентом, который может быть интегрирован непосредственно в веб-браузер. Атаке подверглись только эти кошельки. Она произошла вечером 19 июля и была немедленно замечена компанией Parity, основателем которой является Гэвин Вуд, также основатель Эфириума. Компания выпустила оповещение об угрозе на своем блоге.